Привет, мои дорогие зрители, дорогие мои подписчики, любимые гости канала. Посмотрите, чем я сегодня занималась целый зимний день выходной. У меня есть одна такая маленькая крошечная девчушечка моя, которой срочно понадобились вот такие хлопковые домашние одежки. И вот я целый день занималась вязание. Это хлопковая ниточка, сложена вдвое. Можно было, конечно, завязочки сделать другого цвета, но вот какая под рукой была пряжа, уж из той сделали и завязочки, и сами одежки. Я сейчас одену, покажу на малышке. Это связано для дома. Ниточка Макси. Перчаточки в 4 сложения. Носочки в 6 сложений, двух разных цветов, меланжевая, оранжевая и просто зеленая. Все это хлопок. Если вы хотите узнать, как связаны пинетки, я вам дам ссылку на канал моей дочери Катерины. У нее там есть разнообразные пинетки, как связаны ботиночки. Вот они именно ботиночками такими, сапожками связаны. Но так как малышка очень крохотная, они очень крохотные. Видите, вот моя ладонь. Это моя помощница зовет, видите, что вытворяет. И перчаточки. Перчаточки 25 петелек, 10 рядочков, где-то здесь резинка 2 на 2. И на длину ладошки длина лапки без пальчиков. И закрывала я в 4-5 рядов. Ничего сложного. Если кто-то захочет повторить, ну я вам расскажу, как сделала. Все, всех целую, обнимаю. За окном у нас уже, видите, вот такой красивый зимний вечер. Собака моя зовет меня есть и на улицу. Поэтому я со всеми прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите в контакт, заходите ко мне в инстаграм. Позывные такие же Мила Бали. У нас есть группа WhatsApp. Мы общаемся там по интересам с девчонками. Наш человек 40 уже. Поэтому подписывайтесь, заходите, пишите мне в личку, я вам дам контакты и будем общаться на разные-разные темы в нашей потринделке, поболталке. Все, всех целую, обнимаю.